Знаєш, Поліна, що справжній мужик перевіряється саме Хеллоуіном? А ну. Да? Наприклад, ви вважаєте, що всі мужики такі браві і навіть знаменитості? Ніфіга. Є перелік зіркових страхів саме серед чоловічої аудиторії. Після твоїх рогів я не знаю вже. Поліна, тебе треба боятися після моїх рогів. Хто мені їх тут привінтив? І так, на першому місці серед зірок чоловіків, які також чогось бояться, у нас стоїть Альфред Хічкок, який боїться яєць. Ми не будемо уточняти, яких яєць, але яєць в світі чимало. Наступним іде Наполеон, який боїться кішок. Ну, боявся свого часу. І я не буду здивований, якщо саме кішка його власне і... Кішка? Причікала. Помста, ви знаєте, що коти мстить. Йдемо далі. Бред Піт боїться... Кого би могли подумати? Акул! Ну, це нормальний страх. Це нормальний? Це якість самозбереження? З всього списка це определенно нормальний совершенно страх. А Том Круз боїться полисеть. Боїться стати кріпким орешком. Бідний Том. А от Роберт Де Ніро, Поліна, абсолютно також адекватний чоловік, як Бред Піт, він боїться просто дантистів. Слушай, а настоящий мужик Потап боится, наверное, яєць точно. И акул також. И акул. А найбільше акул з яйцями. Ну, мається на увазі, це страва така в морському ресторані. Напередодні Хеллоуіна потаємні страхи зірок спливають назовні. Виявляється, нічні жахіття мучать навіть артистів, у яких все пучком. Звісно, артисти, у яких все пучком. Это и есть преодоление своего страха. Конечно, мы боимся. Раньше, например, я боялся очень сильно не написать хорошую песню, потерять популярность. Была такая фобия потерять вот этот весь успех. Втрата популярности – поширена фобия серед представників шоу-бізу. Та вона навряд чи може покалічити. А от літаючі предмети запросто. Після останнього туру Потап і Настя побоюються яєць. У меня, например, ничего, к счастью, к огромному не бросали за всю историю Потапа и Насти. Да, а яичками в городе Житомир не попали. Но просто в меня не попали ни разу. В Житомире попали, Настенька. В меня нет. Не попали ты? Нет. А меня попали в Житомире. И в Тернополе меня попадали, да, и гаечным ключом бросали, и бутылками. А работа артиста очень опасная. И вот тут есть тоже страхи. Чего же еще, окрім пляшок и яєць, может бояться безстрашный Потап? Набил себе татуировку, вот это она, Кархарадон Гархариас, и в переводе с латыни значит «большая белая акула». Я насмотрелся в детстве фильма «Челюсти». Я тоже. И Настя тоже. Татуировку я сделала в другом месте. Вот, да, к сожалению, мы не можем сейчас показать, это очень долго. И вот насмотрелся я фильма «Челюсти» и очень боялся, что за мной приплывет акула. Причем страх был такой, что в ванной. Дома ты наберешь там уточки, у тебя кораблики, и тут та-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 та. И вот недавно я начал выезжать в большие акватории, нырять с дельфинами, китами, русалками. Со скатами. Русалками я вечером гулял в баре, а вот и с акулами поплавал, и переборол свой страх. И вот эта штука мне все время напоминает, что есть хищники. Я просто стал сам большой белой акулой в шоу-бизнесе. У Насти свои фобии. Подейкают, что саме через страх темряви Каменских полюбила яскраве світло софітів. А я, честно говоря, в детстве боялась до темноты. Сейчас уже не боюсь. Вот, но, вот, например, я думаю, на Хэллоуин... Хватит, хотела бы у меня смелость типа пойти на кладбище вот и полазить там в эту ночь. Вот я каждый раз, когда смотрю какой-то страшный фильм, все время об этом думаю. Но я думаю, что нет. Во-первых, это не очень умно идти на кладбище, лазить там в Хэллоуин. Да, типа, вообще, День мертвецов, это на самом деле западная фишка. У нас, в принципе, славянское государство, и по православным понятиям это вообще сатанинское мероприятие, ребят. Кстати, так что не сильно увлекайтесь как бы этой штукой. Мне кажется, что это наши люди еще добавили еще один праздник себе, лишь бы только не работать. В устам зірок говорить истина. Тому, друзі, не захоплюйтеся святкуванням Хэллоуину, а краще погляньте в очі власним страхам.